Внеочередные выборы мэра Бельц пройдут 21 ноября. Дату назначила Центральная избирательная комиссия. Вакансия образовалась после того, как Рената Усатый 2 сентября подал в отставку с должности градоначальника. Он объявил, что его команда останется в мэрии Бельц до проведения досрочных выборов и в следующей избирательной кампании участвовать не будет. Изначально политик заявил, что оставит пост мэра в июле. Причина – низкий результат блока Рената Усатый на парламентских выборах. В Бельцах он набрал 23%, став третьим по итогам по муниципию. 21 ноября внеочередные местные выборы пройдут еще в 12 населенных пунктах.